друзья, Фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт. Ты мне нужно срочно спешить, ведь сегодня у нас будет экстремальное прохождение Майнкрафта. В любую секунду может зайти няшка и помешать мне проходить Майнкрафт, поэтому нам нужно срочно спешить и бежать добывать это дерево. Но прежде чем это сделать, друзья, надеюсь, что вы уже поставили лайк, также подписались на канал. Вы наверняка сейчас ничего не понимаете, что происходит, но поверьте мне, нам нужно реально спешить, потому что если зайдет няшка, то Майнкрафт мы с вами пройти просто не сможем. О, Фикса, ты тут, я смотрю, Майнкрафт проходишь, давай помогу. Нет, няшка, за что? Нет. Я только появился, что я тебе сделал? Теперь мы связаны навеки, ты посмотри на эту цепь, зачем ты зашел-то ко мне в мир? Ну чё, а, так смотри, она удлиняется, погоди. Куда? Куда ты меня тянешь? Никуда она не удлиняется. Все, теперь конец. Не пройду я теперь Майнкрафт. Уже ты мне постоянно мешать будешь. Да в смысле мешать? Нет, ну давай, смотри, дерево, дерево, вот. Да, давай, вот. Добывай это дерево. Давай, 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 давай. Ага, ага. Как, добывается? Добывается это дерево, да? А что сделать? А все, а теперь, Яшка, ты думаешь, будешь проходить Майнкрафт? Нет, я буду тебе мешать. Тогда и я тебе буду мешать. Так, ладно, ладно, ладно. Давай мы с тобой не будем ссориться и вообще объясним, что происходит. Ну давай. В общем-то, вот о чем я и говорил. Теперь мы с Няшкой связаны навеки. Дело в том, что у нас, можно сказать, есть наручники, которые надеты на наши руки. И эта цепь не бесконечная. Ведь если мы будем отходить друг от друга, натяжение цепи будет с каждым разом все увеличиваться и увеличиваться. И если она достигнет предела, то она будет красной. И мы, во-первых, не сможем добывать блоки, потому что они просто не добываются. И скорость добычи становится все больше и больше. Блоки просто невозможно добывать. Поэтому, Няшка, если ты меня сегодня будешь троллить, я не знаю, что тебе сделаю. А ты можешь на меня не смотреть? А что ты делаешь? Ну, я тут просто немножечко... А-а-а, то есть помаленьку, да, это китовский... Ну просто я же не могу от тебя отойти в сторону, я, ну, по-другому никак. Ну ладно, ладно, хочется. Ладно, все, я отворачиваюсь, и подписчики тоже отворачиваются, никто ничего да, не смотрит. Да-да-да-да. Все. Все, пойдем, пойдем. Как же хорошо, что в Майнкрафте есть F5. Что? Да ничего. Ладно, Няшка, время все-таки идет, и нам уже пора бы добыть дерево, поэтому предлагаю начать прямо сейчас. Поехали, раз, да, два, пойдем, три. Да, пойдем, пойдем. Так, так, да, куда? Да, куда? Да, куда? Да, да нет, в эту сторону, Няшка. Да нет, туда. Да в смысле? Там береза. Да какая береза? Вот ну, береза, я хочу березу. Да дуб здесь есть нормальный. Да зачем нам дуб, когда береза красивая, она белая, белоснежная, как попка младенца. Так, а тут есть тоже береза, вон с той стороны, Няшка. Да я... нет, налево круче, слева лучше идти. Я не хожу налево, я всегда хожу направо, если что. Я хожу. Курица, тут курочка. Да какая курица? Да дай мне курочки подойти поближе. Ладно, хорошо, хорошо. Здесь как раз таки есть лотерея на лайк. Друзья, правила вы знаете. Если прямо сейчас из этого яйца выпадает курочка Джек, то все ставят лайк. А если нет, то можете не ставить. Няш, как думаешь, упадет курица? А вот эта курица считается? Нет, курица не считается. Поехали, раз, два, три. Ну, не повезло. Не повезло, не повезло, да. Ну, в следующий раз когда-нибудь. Это точно. Так отойди от меня, я пошел дерево добывать. Да, туда, Няшка! Да сколько можно? Да почему туда? Ладно, ладно, хорошо, все, добывай это дерево. Давай, 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 посмотрим, как ты будешь добывать. Все, ура, наконец-то. Да... Да почему... Да ты издеваешься надо мной, что ли? Мне тебя избить или что? Слушай, ну ты сам захотел в эту сторону добывать. Давай добывай, я стою, смотрю. Может, а давай ты будешь, а давай ты. Ладно, хорошо, давай я буду. Так, 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 ага, ага. Ну а вот, с какого перепугу у тебя-то вообще это получилось? Так, потому что я умный. То есть ты меня считаешь тупым? Давай проверим. У меня есть вот такая вот книжка, где написано кое-что очень интересное. Давай попробую прочитать. Так, Фиксай любит... Лаву? Ну, вот мы в этом убедились, Няшка, абсолютно верно, там именно это и было написано. Окей, все, продолжаем добывать дерево. Может, если мы вместе копать будем, оно будет быстрее, не? Ну, давай попробуем, и ну, на самом деле, разницы что-то не вижу, но в любом случае, дерево добывается, и слава богу. Так, Няшка, я прямо сейчас буду делать верстак, и вот сюда вот его ставить, и это будет мой верстак, понял? Не смей к нему подходить. Я кому сказал, не смей к нему подходить! Да тут мой верстак! Это мой верстак! Теперь мой! Да в смысле? Ладно! О, как с тобой тяжело-то все-таки! Давай так, я тогда сделаю сейчас нам кирку, а ты будешь делать топор. Договорились? Погоди. А что я? Я сделал палки. Отлично, из палок теперь нужно сделать топор. А у меня больше досок нет, у меня только палки. Ты что, издеваешься? Мы же сделали дофига! Я сделал из всего дерева палки. Что? Да. Дай мне свои палки, я хочу посмотреть, сколько их у тебя. На. 10 палок! Ты что, издеваешься? Ну много палок не бывает. Ладно, добываем еще вот это дерево. Зачем тогда кирку делать было? Топор делать, естественно. Я бы сделал лопату. На кого я вообще понадеялся? На кого, не понимаю? Няшка, уже темнеет, мы с тобой до сих пор Майнкрафт не прошли. У меня все еще нет дерева. Ладно, все, я тогда вот сделал деревянный топор, держи его. Ты отвечаешь за рубку деревьев, а также рубку мяса. А я буду отвечать мясо? За рубку. Ну да, там всяких мобов. Сейчас погоди. Точно наступит. Ну, типа этого, да. Ну вот, вот мясо. Все, забирай свой верстак, вот этот никчемный. И мы отправляемся прямо сейчас в шахту. А, в шахту, ну я пошел. Куда? Туда! Шахта там! Ну, вниз!
Няшка, Кэша. Шахта там. Да, давай, удачи, копайся вниз. Ага, давай, 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 давай. Ага, ага. Да. Да давай прокопать-то. Ну ладно, 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 копай, копай, давай, 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 давай. Так. Ага. Все. Копай, копай. Я буду, я найду алмазы первее тебя. Ты в курсе? А, то есть ты сейчас рукой будешь добывать булыжник? Да. Эх, этот человек безнадежен. Че, Яш, как там добывается? Да вообще классно. Можете кирку дать? Давай. Держи. О, а чё не мотыгу? То есть ты хочешь сказать, что мотыга добывается булыжник? Так да, быстрее добывается, ты чё не знал? А давай сейчас проверим, я тогда скрафчу это мотыгу, вот, держи. О, так быстро, нифига ты. А, что? Ну я ж сказал, мотыга быстрее копает. Как это возможно? Я не знаю, я теперь не могу двигаться нормально. Я теперь тоже, Няшка, ты чё натворил? Да! Отстань от меня! Да ты отстань от меня! Да что, я тут брейкданс какой-то танцую. Я летаю! Ого, давай, Няшка, ты выберешься оттуда, давай, я тебя спасу. Блоки под собой ставь! Господи! О, ты я жив. Почувствовал себя в батутном центре, я не знаю, что это сейчас было. Подожди, а как мотыга так быстро добывает блоки-то? Ну так ты не знал, это новая версия Майнкрафта. А, да, ну-ка скинь мне. 1.12.7. Да, дай попробую. Держи, держи, держи. Видишь, так, она так, даже так не тратит прочность. А ну-ка. Ты что меня разводишь? Подожди, вот ты меня разводишь, что ли, да? Так, сейчас попробую. Блин, разводила 3000! Вот ты меня здесь запер теперь! Ну ты просто слабый, ты не можешь добыть, я-то могу. Я слабый, это ты, да, слабый. Ты слабый! А ну это быстро! Ты... А ну ко мне сюда! Да! О! О! Это что сейчас было? А вот мои местами помечали! Каким образом? Я не хочу опять летать! А как вы местами-то поменялись вообще? Я не знаю, что ты сделал! Я ничего! Я ничего не делал! Я на тебя бабку натравлю! Так, ладно, все, Няшка, давай работать сообща все-таки. И это, пойдем в нормальную шахту. Ну так просто вниз копаем и нормально. Ладно, хорошо, все, давай копать вниз. Кирка, у тебя копай. О! Так и дойдем до пещеры, вообще прекрасно. Отличная шахтерская работа, мистер Няшка. Ребят, вот это прекрасно! Просто стоишь, ничего не делаешь, за тебя копают. Боже мой, жизнь прекрасная, я считаю. Не хочешь железо подобывать тут, ну, чуть-чуть. Как я тебе добуду железо, если у меня мотыгой ничего нет? Какой мотыгой? Ты же знаешь, куда эту мотыгу сейчас, ага? Куда ты мне эту мотыгу сейчас? А вот узнаешь, понял? Я не хочу узнавать! Вот и не надо! Я тогда сейчас сделаю себе каменную кирку и добуду до железа. А, так цепь-то натянута! Как я буду? А она очень долго добывается. Вот. Ладно, я поднялся. Ради тебя все делаю. Вот то бы ты делал, если бы не я. Вот ради тебя только сейчас все и делаю. Поднимаюсь, тут даже блок трачу. Ради тебя. Няшка, понимаешь? Я согласен. Вот если бы не ты, мне бы некого троллить было бы. Что? Я имею в виду, если бы не ты, мне бы не с кем дружить было. Вот так. А, не, ну тогда другое дело. А то он еще возомнил себя мастером троллинга. Кстати, дом свой не заходил лучше на сервере. Что? Да ничего, ничего. Я говорю, в дом не заходи свой на сервере. Я туда вообще-то неделю не заходил, так. Ну вот и продолжай в том же духе. Ну, это мы еще посмотрим, я, пожалуй, зайду. Няшка, ты что-то как-то это, долго добываешь. Так у меня деревянная кирка. Так а ты что, не мог сделать себе каменную, что ли? Так я верстак забыл. Няшка, давай быстрее, я уже блоки не могу добывать. Я тоже. А! Молодец. А, стоп, что? Какое недрёманное око. Какое недрёманное око. Няшка, это троллит? Не, ну я мастер шахтерства. Ты не знал? Не, подожди, ты сейчас меня решил затроллить? Пошли в Эн. Какой в... Подожди, это ре... Какое недрёманное око! Мы сейчас в Майнкрафт пройдем все сразу. Няшка, какое... Боже, как ты это... Я не верю. У меня мыслительные процессы работают на 2000%. Это невозможно, Няшка. Ты понимаешь, что это невозможно? Мы только играть начали. Какое недрёманное око! Ты вообще спал сегодня? Ну все, сейчас глаза найдем, Майнкрафт пройдем, и все прекрасно. Где мы глаза найдем? И у нас ничего нет, кроме каменной кирки. Ну смотри, у тебя уже есть 2 глаза. У меня 2 глаза. У меня вообще 3 глаза. А, точно, у тебя 3. У нас 5 уже. Осталось всего 7. Я не понимаю, а что нам здесь делать? Окей, здесь есть сундуки, в которых здесь есть книги. Ну, книги, это понятное дело. Ты сундук, ну, можно стать умным, погоди, я почитаю. Ну, давай, попробуй, что тут написано. Написано «Жимолость лесная». Что какая? Лесная? Я не знаю, что это значит, но вот. Слушай, не очень книга, если честно, мне не особо нравится она. Мне нравится, погоди, тут картинки классные. Погоди, ладно, сейчас, хорошо. Что такое кальципарин? Кальций, который парит в воздухе, я не знаю. Няшка, отстань. Я не знал. Ладненько, окей. Мы с тобой здесь Майнкрафт пройти сейчас не сможем, но зато тут есть сундуки с полезным лутом. Каким, например? С мозгом, например. Это мне надо. Ну вот, пойдем, поэтому пойдем искать. Погнали, погнали, погнали. О, я нашел сундук. Погоди. Няшка. Что, погоди? Тут я там алмазы, золото. Какой алмаз там? Я сундук. Я сундук нашел. Да какой сундук тут, золото? Погоди, это цель всей моей жизни. Да с тобой невозможно просто. Дни. Какие дни? Да не надо твое
собой золото! У тебя этого золота куча! Нет, оно у меня дома, а тут в шахте. Я хочу прямо сейчас. Я сделаю себе золотую мотыгу и буду радоваться жизни. Так, надо что-то придумать. Княжка, в этом сундуке куча золота, я увидел! Ага, где? Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. О, погоди. Так, а почему он пустой? Ты вот, меня обманул вот, смотри, вот, смотри, это золото, вот оно. Это золото. Пахнет, погоди. Оно пахнет, как будто здесь побывали лет 100 назад. Боже, это отвратительно воняет. Дай мне мое золото. Так это не золото было, а такое вот золотое такое же. Это не похоже, я знаю вкус золота, я знаю запах золота, я знаю цвет золота, я знаю, как чесать правильно золото, чтобы... Так, ладно, на меня что-то нашло немножечко. Я не хочу спрашивать, зачем ты чешешь золото. Ну да ладно. Я его еще массирую. Что? Ладно, няшка, давай я о своих этих пристрастиях ты потом как-нибудь расскажешь. Погоди, как дверь открыть? На кнопку нажать. Ну я правую кнопку мыши нажимаю, она не открывается. Не на дверь, а на кнопочку вот здесь вот. А, на эту? Да, ну, да, все, да, молодец, Няшка. Давай искать сундуки, нужно много сундуков. А я думаю, мы ищем портал. Да куда ты идешь? Какой портал? Зачем нам портал нужен? Там эти чешуницы нас убьют с одного удара. Там дракон. Какой дракон? К нему я не хочу попасть. Оседлать дракона. Я сейчас тебя оседлаю. Меня не надо, я легкий. У меня остеохондроз, спина болит жестко. О, нашел сундук. Окей. Один эндер-жемчуг здесь есть, Няшка. Я же говорю, мы сейчас реально Майнкрафт пройдем. Да, реально. У нас больше нет эндер-жемчуга. Ты издеваешься. Извини, и пожалуйста. Кто из нас еще тупой? Кто из нас еще тупой? Ну, слушай, ну давай проверим. На чем? 5 плюс 11, сколько? Так, сейчас. Так, если 11 это 0, значит 5 это 20. Так, таким образом, вычитается 4 из 20. Ответ 16? Да. О, ну я же говорю, я умный. Это вообще не то, чего я ожидал. Ну ладно, ты справился, молодец. А ты не можешь справиться с тем, чтобы пользоваться обычным глазом жемчуга. Ой, жемчугом глаза. Глазом. Скажи, ты не прошел проверку все-таки. О, погоди, дай вскопаю. Там что-то есть, там по-любому что-то есть. Там определенно что-то есть, и это гравий. Няшка, ты где? А ты где? Няшка, ты где? А где я? Я не знаю! Я тоже не знаю. О, тут. О, что золото, погоди! Какое это... золото, Няшка, выходи оттуда срочно! А! Ох, ты спасся, слава богу. Ну за что ты так со мной? Я вот к тебе по-хорошему. Все это время, а ты его так не даешь мне даже вскопать одно золото. Няшка, слышишь, это какая-то девочка плачет. Что, где? Ну где-то, вот где-то слышал какой-то вот ной такой, знаешь, противный. А, я не слышал, я думал, это чешуница. А, я тоже думал, ну пойдем дальше. Пойдем. О, еще один сундук. Железная кирка, Няшка. Дай мне. Держи. О, спасибо. Не за что. Я тебе дам за это, знаешь что? Чё? Перо. Спасибо, приятно. Няшка! Погоди, а что? Ты мне не железную кирку дал? В смысле? Это, ё-моё, у тебя железная? Нет. Так это смотри, я... она выцвела просто. Как она могла выцвесть? Если я её кину об стену, она сломается? Нет. Ну, дай, я посмотрю, проверю, железная ли эта кирка. Ну на. Сейчас посмотрим и... Ну да, все верно, железная кирка выцвела, сам проверь. Как она выцвела, погоди. Что? Так ей уже алмазы копать нельзя, получается. Ну, наверное, да. Няшка, давай с тобой думать, как нам вообще отвязаться друг от друга. Ну, погоди, а может скопать эту цепь? Ну, давай попробуй. Я пытаюсь. Я тоже, но она никак не ломается, она из титана или из адамантия сделана, я не знаю. А может, надо в лаву друг другом упасть? О, слушай, пойдем проверим. Давай. Давай, реально, может, сработает. Золото! Няшка, зачем? Там золото! Да какое золото здесь, скелет? Меня сейчас убьет! Золото! Ты что, издеваешься? Ты меня чуть не подставил! Золото! Что? Эта кирка точно бракованная. Я ее выброшу в лаву. Так, ладно, Няшка. Ты куда? Мы же должны были проверить. Нет! Отвязались! Нет! Не отвязались! Да как? На секунду, я поверил, погоди, подумал, а что, уже что ночь? Отвязались. Ну да. Блин, я не хочу с тобой спать. Как будто бы я хочу. Мне мало еды. Слушай, Няшка, может быть, мы можем с тобой каким-то образом попасть в ад, и там мы отвяжемся. Ну как вариант. У тебя что, топор остался? Да. Так, смотри, добывай вот это вот дерево сейчас. Так, давай. Добывай побольше его. Ага. Сейчас мы с тобой переплавим всю железную руду. Хорошо, руду. Я добуду 64 стака. Отлично, этого будет достаточно. Значит, идем с тобой в озеро лавы и попробуем сделать портал в... Ты веришь в меня? Ты веришь в мои способности? Я верю, но мне кажется, достаточно дерева уже. Нет, 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 нужно больше. Я уверен, надо больше дерева. Да? Да. Ну, ладно. Much later. Так, ну ладно, вроде бы все, теперь точно должно хватить. Няшка, ты понимаешь, я уже успел закончить школу. Держи, поступить в университет, держи, найти держи, жену, держи. Пожениться, родить ребенка, посадить дерево. За это... Сколько дерева? Держи, я думаю, столько хватит. Наверное... Мама, погоди, давай еще добудем. Нет!
Аааа! Ну ладно. Все, достаточно. Ну все, я делаю тогда печку, а теперь переплавляю все. А, так у тебя железо было. Конечно, я ж добыл его, я ж молодец, я ж умный. Господи, так мы все это время могли в ад попасть. Ну да. А зачем мы тогда в Энди там ковырялись в этом стронгхолде? Я думал, там в сундуках будут полезные ископаемые. Алмазы? А в итоге нашел только тебя. А чем я плох? Так я ж наоборот сказал, полезен. Что-то подозрительные у тебя глаза, и третий глаз тоже подозрительный. Этот глаз смотрит прямо тебе в душу. Да? И если что, из него иногда лазер даже выпячивает. Лайки из него выплевываются. Ну, это можно проверить, ребят. Поставьте лайк, пожалуйста. Смотри, реально вылетел лайк. О, а дай его поймаю, погоди. Не получилось, улетел. О, 6 лет, я забираю. Погоди, погоди, стой. Я очень важную вещь сделаю, погоди. Ура! Наконец-то! То, о чем я мечтал. Чему я стремился? Точно в цель. Няшка, теперь ты не можешь видеть. Руки б тебе обрубить, отдай мне, куда ты? Только не говори, что ты потратил все наше железо. Я сделал 3 мотыги. Сколько? Пожалуйста, скажи, что у тебя есть один железный слиток. Хотя бы один железный слиток, пожалуйста. У меня есть хлеб. Дай железный слиток. Гнилая плоть. Дай железный слиток. Гранит. Железный слиток. Только редстоун. Ух, все, наконец-таки можно скрафтить ведро. Все, Яшка, пойдем искать лавовое озеро. Пойдем, пойдем, пойдем. А можно я сделаю портал? Нет. Я хочу, я как спидранер прохожу Майнкрафт, я тоже хочу попробовать. Такие вещи таким людям не доверяются. Каким людям? Я хороший человек, я надежный, я умный, я, ну, красивый, я туроператор. Ой, что? Кто? А что, много платят? Нет. Блин, а зачем работаешь тогда? Я работаю за еду. Странно, я тебе не плачу. За золотые морковки, они просто золотые, мне очень нравятся. Ребят, если вам нужен тур, записывайтесь к Няшке. Да, отправлю прямиком. А куда я отправлю? Я же никуда не отправляю. Тур по бессмысленному разуму. Какому бессмысленному? Во мне вообще очень много смысла, ты не знал? Ну давай, скажи что-нибудь, скажи что-нибудь умное. Хорошо. Ну знаешь, при снесении черепа нужно использовать определенный тип пьюи. Что? Ну ты не знал, я же говорю, очень много смысла. Очень много смысла. Няшка, мне стало страшно. Есть такая вещь, мутнойнярк называется. Что? Все, замолчи, пожалуйста. Ребят, если что, это все научные термины. Няшка, если что, специалист-врач по образованию. Так, Няшка. А. Держи. Ведро. О. Иди, делай портал, как ты и хотел. Ура! Посмотрим, какой ты спидранер. Все, все, сейчас набираю воду. Зачем тебе вода? Тебе лава нужна. Ну, вода тоже. Вода не нужна, у тебя вот уже все готово для портала. Не-не-не, ща, вода нужна. Я все знаю. Я умный. Так. Да, так я и думал. Няшка, берешь лаву, идешь сюда, такой. Хопа! А где лава? Хопа! О! Хопа! Все легко и просто. Та-дам! Не, ну хорошо, что ты его построил, конечно, но а поджигать-то ты чем его будешь? Огневом, которое у тебя есть. Откуда я его достал? Из-под мышки. А, точно, я же не проверял. Все, сейчас. Так, ты про вот это? Ой. Иди доставай! Нет! Ладно, погоди, да погоди! Дай мне вторую подмышку гляну. Так, погоди, ой. О, все, нашел. Слава богу! Отправляем себя срочно, тут скелет! Давай. Быстрее! Давай! Няшка, получилось! Что? А ты где? А я все, я побежал, пока! Куда ты побежал? Сейчас, одну секунду, кое-что сделаю! То есть ты. А почему я должен со скелетом сражаться? А вот так, удачи тебе! Я свободен, наконец-то! Так я возвращаюсь! Друзья, если вам понравился данный ролик, если вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, а для вас сразу писать! Не забывайте смотреть предыдущие видео, мне нужно срочно бежать, чтобы Няшка меня снова не нашел! Пока!